Лето не только пора отпусков и каникул, но и время подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. В Хабецком районе уже проверили учебные заведения и оценили их степень готовности принять новых учеников. Подробности у Али Баташева. Не слышно детских голосов на опустевших игровых площадках. Внутри заведения тоже тишина и порядок. Детский сад «Нора» Ула Хабес основан в 1987 году и рассчитан на 240 детей. Комиссия в составе специалистов отдела образования района, сотрудников правоохранительных органов и директора учреждения обходят все помещения детского сада и внимательно их осматривают. Здесь уже готовы к новому учебному году. Провели косметический ремонт, но со временем хотят провести капитальный. Старое здание, конечно, требует ремонта. Хотелось бы, конечно, в пожеланиях наших, чтобы это дошкольное учреждение, значит, попало под какую-нибудь программу, чтобы, значит, реализовать все направления дошкольного образования, поскольку считается одним из базовых учреждений, значит, учреждений района. В средней школе имени Рафаэля Арашукова работы по подготовке к новому учебному году практически завершены. Светлые просторные классы с аккуратно расставленными столами и стульями радуют взгляд. Стены побелены, полы покрашены. Столовая полностью готова к работе. Школа основана в 1976 году. В ней обучается 840 человек. На сегодняшний день школьные учебные кабинеты у нас готовы на 100%. Все кабинеты отремонтированы, произведена побелка стен и покраска полов. Но завершаем мы, значит, только тогда, когда мы уже в коридорах начнем покраску и планируем где-то к 10-му завершить полностью ремонт школы. 10 августа. К 10 августа и 1 сентября наши дети могут приходить уже в светлые, чистые, красивые, просторные классы. Специалисты управления образования района уже осмотрели все детские сады и школы в Хабецком районе. Это 14 общеобразовательных и 13 дошкольных учреждений. Степень готовности к новому учебному году высокая, порядка 80%, говорят в отделе образования района. Во всех, значит, образовательных организациях на сегодня завершен косметический ремонт, буквально во всех, можно сказать, образовательных организациях и в дошкольных учреждениях. Конечно же, в этом направлении, в этом вопросе особую благодарность, значит, особо хочется поблагодарить руководителей образовательных организаций, заведующих дошкольными учреждениями, которые выполнили, можно сказать, и вот такую степень готовности подготовили они, руководители образовательных организаций и педагогические коллективы. Чуть больше месяца остается до начала осени. Большая часть работ по подготовке к новому учебному году уже позади. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район.